Еще раз. Как слышно? Динара, как слышно? Так, ну, надеюсь, что слышно хорошо. Так, значит, как я вам обещал, сегодня мы разберем с вами рабочую документацию, а именно архитектурное решение по проекту ремонтных работ, можно назвать реконструкцию, помещению ЦУМа. Это здание, расположено в городе Алматы, на улице Абылайхана, центральном Мейірман, и, значит, часть этого здания планируется отдать под магазин «Ритуаль». Да? Ну, и вот в данном магазине будут запланировано проведение работ, да? Отделочных работ. Значит, данный проект является техническим заданием на выполнение необходимых проектов марки УВ, ВК, ПС, ОС, М, а также других проектов для проведения строительных работ. Строительные работы выполняются специальными организациями, которые имеют лицензию на проведение данных видов работ под сопровождением авторского надзора и технического надзора. Обязательно предусматриваются меры безопасности по технике безопасности, по правилам ведения и эксплуатации электроустановок. Вот, с обязательными требованиями по взрывопожарной, пожарной безопасности, с определенными требованиями по расположению специального оборудования в магазине. Да. Здесь же представлена ведомость рабочих чертежей. Это планы, мерные планы, демонтажные планы, монтажные планы, развертки, фасады, ведомости отделки, да, все, что касается ремонтно-строительных работ. То есть это один из образцов рабочей документации архитектурного проекта, но только не на само здание, да, то есть а именно на его отделочные, да, работы, на частичную реконструкцию, на ремонтно-строительные работы. Значит, здесь же в общих данных или так называемые пояснительные записки приводятся архитектурно-планировочные решения, конструктивные решения, отделочные решения, отделочные решения для стен, перегородок, полов, потолков, вида освещения, ну и противопожарные меры. Все начинается с первого секционного плана. Значит, перед вами здание ЦУМа. И правая часть данного здания, которая заштрихована и выделена красным цветом, будет отдана под проектирование данного магазина. Да? Это не торцевая, можно сказать, это обратная часть, торцевая часть здания, которая находится непосредственно не по улице Блохана, на противоположной ей улице. Ну, здесь небольшая фотофиксация текущего положения, да, то есть это до ремонтно-строительных работ, да, то есть на какой стадии были внутренняя часть помещения. Да?
Ну, архитекторами в первую очередь был сделан мерный план. То есть выполнялся мерный план, где было четко зафиксировано, были зафиксированы несущие конструкции выделялись вот таким вот цветом, да, то есть это колонны. Далее стены кирпичные, перегородки и остекление. Ну, то есть основные четыре обозначения. То есть полностью вся та часть, которая будет использоваться под магазин, она была обмерена, горизонтальные и вертикальные размеры и выведена площадь. Без привязки к названию помещения. Да? То есть мы видим, что здесь нету названия помещения, потому что это был обмерный чертеж, то есть существующее положение по данному зданию. Да? Далее, план демонтажа. После того, как сделаны обмерные работы, приступают к выполнению следующего чертежа. Это план демонтажных работ. То есть вы, по сути, должны определить, что из текущего вам мешает, а что вы оставите. То есть какие-то стены, перегородки оставляют, да, а что-то просто-напросто удаляется. Удаляется. Значит, все, что красным выделено, в этом нет необходимости для данного магазина. Это будет удалено. Да? Это план демонтажных работ. Вот мы видим обозначение. Существующие перегородки, демонтируемые перегородки, демонтируемые кирпичные стены, демонтаж напольного покрытия. Видим, что везде напольное покрытие снимается. Да? Демонтируемое остекление и существующее остекление, которое остается без изменений. То есть несколько наружных стекол, да, выделены вот таким вот голубеньким цветом, бирюзовым, это остается. Да? Остальное же все удаляется, то есть демонтируется. Далее. Выполнить демонтаж напольных покрытий подвесных потолков. Уточнить высотные отметки после проведения. То есть на потолке частично был армстранг, частично были просто монолитные перекрытия, да, поэтому Армстронг тоже демонтировался. То есть демонтаж потолков из Армстронга выполнялся. Ну и далее. План возводимых перегородок. Ну, после того, как мы что-то демонтировали, мы начинаем возводить. Да? То есть теперь заходим сюда и так, как нам нужно, так, как мы это видим, мы начинаем устраивать перегородки. Да? Ну и здесь виды перегородок. Тип А, тип Б, тип В, тип Г и тип Д. Здесь описание. Да? Перегородка противопожарная с закладными деталями из металлического профиля, с учащенным шагом, металлический стоечный профиль, с двух сторон 2 ГКЛ, то есть двусторонний отдел гипсокартона внутри, плита, да, утеплитель или ее аналог, ну и высота. Да. Здесь чем отличается? И по сути каждый, да, элемент, из чего состоит, сколько слоев гипсокартона, чем он там, отличительная особенность, по высоте вот мы видим, везде высотные свои отметки. Здесь же мы видим уже какую-то маркировку помещений, да, и, конечно же, видим саму эксплуатацию помещений. То есть здесь помещение представлено торговым залом, он наибольшей площадью 929 квадратных метров. Помещение для временного хранения, тамбуры, временное хранение для склада, да, кабинет директора, коридоры, офисы, персонал. Тамбурные и щитовые. Секундочку.
Так, прошу прощения. Тамбур и щитовая, да? Вот они представлены помещениями. Это по плану возводимых перегородок. Значит, дальше у нас представлены разрезы. Значит, на разрезах, ну, основное, это показано, что у нас теперь нету армстронгового потолка, то есть сразу до плит перекрытия у нас, да, показан освещение, да, освещение принято шинотрековое, то есть такие вот висячие элементы освещения, показываются LED-экраны, да, ну, некоторые витрины обозначаются, схематично показывается так нижняя часть здания, фундаменты, да. Здесь устройство подоконника, каким образом подоконник монтируется, ну и разрез 2.2, да? Где у нас в какой части потолок из ГКЛ, да? И шинтрековый светильник. Здесь потолок открытого типа. Здесь ГКЛ потолок и встраиваемые точечные светильники. Ну, вот несколько разных вариаций потолков, да, будет в здании. Дальше у нас идет отделка помещений. Обратите внимание, что по отделке помещений помещения зонируются, то есть делятся на зоны по предмету вида отделки. Да? Значит, вот таким вот оранжевым цветом это шпаклевка, окраска водоэмульсии, вид водоэмульсии обязательно указывается, да? Ну и площадь. Площадь. Дальше вот таким вот гофрированным, да, методом показывается выравнивание стен под оклейкой стеклообоями. В зоне женской парфюмерии наклеиваются стеклообои по контуру оборудования. Да. Далее вот такие две полоски. Это вот после вот этого часть. Это у нас шпаклевка, окраска водоэмульсии. Ну и здесь с рисунком какая-то окраска. Да. Далее условное обозначение тоже отделка шпаклевкой, где-то монопайл керамик, плиткая отделка, шпаклевка с отделкой плиткой, плитка под старинный ключ. Ну, то есть мы видим, что все стены, все колонны, они по-своему отделываются. Да, у каждого своя отделка. Где-то она глянцевая, где-то она черная. То есть, ну, с элементами дизайна, да? Проработка идет. Далее у нас чертежи устройства гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе. Используется технология КНАУФ, одна из наиболее распространенных, всем известных видов отделок гипсокартонных перегородок. Да? Здесь у нас показано в разрезе, то есть каким образом происходит крепление, какой профиль используется, уплотнительная лента, изоляционная минеральная плита, толщина слоев, внутренний слой, десятый. Да, то есть мы видим, что из двух слоев гипсокартона внутренняя десятка, чуть тоньше лист, и наружный ГКЛ, да, 12,5. Каким образом крепление к низу идет, снизу герметик, анкердюбелями крепление, да, то есть, ну, здесь у нас мы видим все различные узлы для того, чтобы правильно выполнить гипсокартонные перегородки. Да? То есть это у нас, ну, такой вот шаблонный чертеж. Да? То есть узлы для тех, кто будет монтировать гипсокартонные перегородки. Дальше план расстановки торгового оборудования. Ну, так как это магазин, то тут очень важно понимать, где какое оборудование, какие шкафчики, ну, допустим, стеллажи в некоторых случаях, да, будут находиться. Потому что, ну, здесь тоже каждая площадь, обратите внимание, она сдается в аренду. Да, то есть, ну, условно говоря, может быть, или будет просто представлена различными марками, брендами. Да?
Hermes, Armani, допустим, да, какая-то корейская косметика. Ну, я не буду всех перечислять, да, то есть, но суть в том, что определенная зона под определенную марку или бренд, она оборудуется. Да, то есть тут либо, опять же, будет сдаваться определенному бренду данная часть, и уже брендирование данного участка будет выполняться силами самих арендаторов, либо по договоренности уже под них будет также выполнена определенная отделка, да, определенная мебель будет расставлена, все необходимое, да, то есть вот здесь у нас цветами все приведено, то есть зона ухода, мужская территория, женская территория, обозначаются там лотки, полочки, LED-экраны над кассами, да, ну и опять же приводится сертификация помещений, то есть по аналогии с предыдущими планами. План полов. Значит, план полов имеет тоже определенный, так сказать, набор и сочетание текстур. То есть здесь у нас делится на торговый зал, тамбур, выполненный в одном стиле, да? Это керамический гранит с определенным размером 600 на 600, плитка толщиной 10 мм, тон 38, да? Показывается группа негорючести, на клей Weber, Витанит Оптимум, данную плитку необходимо усаживать, да, толщина слоя 2,5 мм, ну и основание под пол, монолитная плита. Рядом пишется площадь 960 квадратных метров. Подсобные помещения из плитки 300 на 300, тоже керамогранит Грец, да, и офисные помещения используются ковролин, офисный, ну и определенного цвета, да. Здесь тоже показывается его площадь. Примечание за отметку уровня принят по атриуму. Значит, по периметру стен, места, где отсутствует оборудование, выполнить укладку плинтуса из напольной плитки. То есть вместо плинтуса используется плитка, которая режется 10 сантиметров и выкладывается такая вот плитка. Да? Ну, в торговых помещениях это очень часто встречается. То есть от плинтуса уходит, это более близко к домашнему. Здесь используется обычно плитка, которая также нагрузка. Ну, используют вот такого вот рода противоскользящие накладки на ступени, там, где будут использоваться какие-то ступеньки. Да. Узел стыковки пола, да. То есть стяжка, покрытие. Как это выглядит в разрезе, показывается. Да. План потолка. Отделка потолка тоже зонируется, обратите внимание, то есть в своей, с каждой из зон определяется собственный вид потолка. Как мы видим, что не закрашено ничем помещение, потолок ГКЛ белый цвет, вот такой вот наклонной полоской. Это открытый потолок, который окрашивается специальной краской. Да? Вначале пыль удаляется, прошпаклевывается, инженерные системы так обрабатываются краскопультами, да, под покраску. Вот. Ну и здесь площади. Подвесной потолок, ОГКЛ, потолок Грильята белый цвет, потолок Армстронг частично используется, да? И шинопровод белого цвета. Значит, далее схематично показывается высота, схематично показывается направление расположения потолка. Здесь же показываются размеры кладки на перекрытии. Ну, то есть в разрезе схематично обозначается узел, можно сказать, расположение подвесного потолка из ГКЛ и осветительного прибора. Осветительные приборы. Значит, для осветительных приборов делается отдельный план. Для помещений там, где у нас Армстронг, значит, свое освещение, где у нас
железобетонной конструкции, там применяется свое освещение, используются определенные светильники по заранее проработанной схеме, между светильным шагом. Вот мы видим между рядами светильников 1200 миллиметров. Они идут по рядам, в данном случае к нам вертикально, к зрителю. Да, мы можем наблюдать, что с ровным шагом 1200, 1200 практически везде у нас по всему периметру нашего здания, не считая вот этих вот подсобных комнат, ну, допустим, 5-6, да, у нас это 5-я, 6-я и 10-я. Давайте посмотрим, что за комнаты были. Сейчас вспомним. 5-я – это временное хранение, 10-я – офис. Ну, вот, значит, здесь вот у нас 10-я – это офисные помещения. Сейчас. То есть вот где у нас как шахматная доска такая, да, это офисное помещение. А вот здесь, где мелкими, пятое, что это для временной склады, да, то есть склад для хранения продукции. Ну, то есть тут немножко освещение другое, кассетное такое, да, или тротуарность такая. Эти ячейки, они заполняются специальными светильниками по размеру Армстронга 60 на 60. Вот. Но во всех остальных как бы частях тут немножко по-другому. Что интересно, да, вот давайте, настройка освещения, то есть прописывается характер рекомендаций, да, все светильники расположены на первом ряду стен, направить на пристенные шкафы под углом 30 градусов, видите, то есть даже регулируется вот эта вот высота подачи света. Значит, светильники на рядах, на которые расположены гондолами, развернуть в разные стороны от 30 градусов, то есть в разные стороны. Да, светильники на одном треке должны быть направлены в разные стороны поочередно под одним. То есть в некоторых местах поочередно. То есть на одной линии вправо, влево, вправо, влево. Да. Ну, вот такая вот технология освещения. Да, условное обозначение. Значит, LED-светильник класса такого-то, это для Армстронга и для помещений, технических помещений, да, для складов. Дальше там идут у нас светильники встраиваемые, поворотные и шинотрековые светильники, поворотные. Да. Ну и сами проводы, шинопроводы белого цвета. Здесь же у нас совмещенный план расстановки светильников и торгового оборудования. Ну, так сказать, чтобы понимать, что на чем стоит, да, то есть такая вот зональность у нас, да, то есть вот мы видим, где, как у нас подсветка идет, каким оборудованием подсвечивание идет, то есть привязка освещения и оборудования, да, между собой. План расстановки розеток и электровывода. Да? Ну вот мы видим, что розетки, где устанавливаются розетки, да, в каком количестве. Вот здесь вот условное обозначение, да, где там евро-розетки, где выводы под кассы, где электровыводы для LED-колонн, выводы на торговое оборудование, акустическая система, интернет-розетки, да, предусмотрены, люк в полку, электровывод с потолка, включатели одноклавишные. Да. То есть все обозначения, которые представлены на плане, они делаются в дополнительных условных обозначениях. Да. Ну и вот мы видим условное разделение, да, мужская зона, Ирлер Алмага, Азия Данки Ген Косметика, да, ну вот такие вот вывески. Все для волос, все для лица, ну это то, что будет как бы Айдель, Исуэ, ну вот это вот те вывески, которые будут находиться внутри помещения, да. Так, дальше.
Дальше у нас идут развертки стен с выводами для электрокабеля. Вот я говорил вам о развертках, то, что обязательно показываются еще и развертки, да, то есть где будут какие кабеля стоять, где будут розетки стоять, на какой высоте они будут идти, как кабель сам будет идти. Ну, то есть это выполняется тоже как бы, ну, такой вот полноценный чертеж, можно его так назвать, да? Развертки стен. Дальше развертка стен с расположением оборудования. То есть каждая стена замаркированная вот здесь вот на плане под номером 13, 15, 8, допустим, да? Она тоже как бы показывается, да? Ну, вот, допустим, стена под номером 13, да? И вот мы видим 13-я стена, как она должна быть отделана. То есть в развертке стен видим отделку стены, отделку 12-й стены. И здесь прописывается, да? Ну, допустим, плитка кабанчик, 100 на 300, цвет глянец, с фацетом по всей стене, да? 17-е. Черная краска делюкс по всей стене. Да? То есть высота дается и развертка. Высота, развертка. Здесь у нас выравнивание, подготовка стен под оклейку стеклообоями, стеклообои зоны женской парфюмерии. Ну, вот такие вот стеклообои. Фасады. Фасад здания, да? Фрагмент плана. Это фотопримеры. Фотопримеры, как будет выглядеть, допустим, фасад, вот только который мы с вами видели здесь. Вход. Это внутреннее помещение, вот оно. Отделка фотообои, которые мы видели, вот они, светильники. Далее у нас идет ведомость отделки помещений, то есть площадь указывается, стены как отделываются, пол и потолок. Да, и здесь рядом приводится площадь. Все, что у нас по расходу материала. Какой материал идет, какая высота, какая площадь. У пола площадь, у потолка площадь, да, у стен есть высота. Примечание, марку керамогранита уточнить по наличию на складе перед началом строительно-монтажных работ. То есть изначально, прежде чем покупать, нужно уточнить, достаточно ли объема, да, плитки на весь объем данного здания, чтобы не получилось, что плитка закончилась, а отделка не закончилась, чтобы из разных материалов не выполнять отделочные работы. Да, поэтому нужно предварительно уточнять. Да. Ведомость дверных проемов, вид дверей, высота, правое, левое закрывание указывается, с доводчиком, без доводчика, замок. Да. Ну и какая-то дополнительная информация. Проект временного ограждения. Временная перегородка вводится в галереи торгового центра. Значит, занавешивается баннером. Баннер чем крепится, как перегородка данная возводит. То есть вот даже до таких вещей, видите, даже на этот устраивается отдельный план, да? Проект временного ограждения. Казалось бы, да, какое отношение он к архитектурному разделу имеет? Ну, вот видите, это тоже нужно разобрать. Ну и еще раз, наружная часть здания, да, это у нас фасад, ну и здесь разрез по фасаду. У кого вопросы какие? Все ли понятно всем? Вопросов нету?
Так, ну если, ребят, нет вопросов, тогда всем спасибо. На этом занятие наше закончилось. По окончанию видео постараюсь выложить на канал, где вы сможете к нему вернуться и моменты, которые вам интересны, посмотреть. Всем спасибо. Спасибо, до свидания. До Вам свидания. тоже спасибо, до свидания. До свидания.